Дорогие друзья, когда я общаюсь с активными христианами в церквах и со служителями церквей, то с удивлением обнаруживаю, что в основном говорят о служении, как эффективно служить, как мощно проповедовать Евангелие. Возникает чувство, словно у всех у нас есть в кармане познание Бога. Ну, это не стоящая вещь, не стоящая даже, чтобы об этом говорить. Все мы знаем Господа. Главная задача, как можно более плодоносно проповедовать об этом Боге. Вот почему есть немало больших церквей, эффективных служений, и при этом мы регулярно слышим о падениях и о скандалах, связанных с известными проповедниками и с известными служителями. Почему? Да потому что можно построить большое служение, можно создать большую церковь, но при этом быть жить далекой жизнью от Бога. Скажешь, а почему церковь большая? Ну, благодаря нашим дарам, нашей харизме. При этом мы точно такие же, как директора или менеджеры успешных предприятий. Познание Бога не прикладывается к нашему служению. Иисус говорил, что мы должны прежде всего искать Царство Божие. Это не то, что у нас в кармане, и об этом даже не стоит говорить. Это самое главное, это основное. Иначе мы просто деятели различных религиозных организаций, во что, к сожалению, вылилось немало христианских служений. Поэтому мы проводим уже не первый год в нашей церкви библейские курсы, куда приезжают желающие не только с Екатеринбурга, но и с других городов. Мы в течение 9 месяцев, с сентября по май, и изучаем Священное Писание, и сами стремимся пережить Господа, переживать Его каждый день. У нас есть и загородные выезды многодневные, где мы практикуем молитву созерцания или вот эту древнюю христианскую молитву, как называли ее, молитву тишины. И каждый день мы стремимся познавать Его, то есть не только наполняться учениями, наполнять нашу голову знанием, но развивать нашу духовную практику, что, к сожалению, было во многом в наших церквах утеряно. Наши конференции, наши семинары – это просто передача знаний. А где духовная практика? Где духовные упражнения? Где личный духовный опыт? Ведь это самое главное. И Иисус говорил, что все остальное к этому должно прилагаться. Мы не можем дать другим, чего у нас нету самих. Мы не можем людей знакомить с Иисусом Христом, если мы сами Его не знаем. Все, что мы можем, это просто увеличить численность наших религиозных организаций. Только зная Бога, ты можешь делиться этим знанием с другими людьми. Иисус говорил, что «сия есть жизнь вечная, да знаю тебя, единого истинного Бога». Вот в этом жизнь, не в работе, даже самой прекрасной, там, благотворительной, церковной работе, какие-то репцентры, социальная деятельность. Это все хорошо, как следствие. Но должен быть центр. И этому центру мы должны уделять больше всего внимания. Это должно быть прежде всего. Поэтому я приглашаю вас, приезжайте к нам в Екатеринбург в сентябре, где мы проводим наши библейские курсы. Я верю, Бог благословит вас. Мы будем стремиться лично переживать Его, лично познавать Его. Будем знакомиться и со Словом Божьим, и с практикой христианских церквей, духовной практикой многих великих отцов веры, как они переживали Его, как они были посвящены вот этим духовным переживаниям. Потому что Бог реален, и общение с Ним – это очень реальная вещь. Приезжайте, будем познавать Его. Дорогие, у нас сегодня на собрании гость, который у нас не впервые в церкви, но мы очень любим его, мы дружим с ним. Это пастор из Голландии, из такого города, что даже произнести тяжело будет русскому человеку. Вот. Пастор Оскар приехал. И вы знаете, когда к нам приезжают служители из других городов, из других стран, то мы можем с вами ощущать, вот чем живет тело Иисуса Христа в других странах, в других народах. Это обогащает нас, и это благословляет нас. И поэтому, пастор Оскар, мы очень рады видеть вас здесь. Добро пожаловать, и мы любим вас. И мы верим, что Бог сегодня через вас будет говорить к нам. Да? Давайте горячо поприветствуем пастора Оскара.
Дадим большую Богу славу, честь и хвалу. Аллилуйя. Добро пожаловать, пастор. Аллилуйя. Аллилуйя. Присесть. Вы можете присесть. Это большая привилегия для меня, то, что вы меня снова пригласили. И для меня очень большое счастье делиться Словом Божьим с вами. И я благодарен за то, что Илья будет меня переводить. Если у вас есть Библия, immediately to Hebrews 5. Давайте сразу же откроем Евреям 5 главу. I am a pastor in Holland. Я пастор в Голландии. And in our church now we discuss or we preach from the book of Hebrews. И сейчас в нашей церкви мы обсуждаем или проповедуем по книге Евреям. And first by first we go from chapter 1 till the end of chapter 13. И мы шаг за шагом идем с 1 по 13 главу. Really и очень интересно идти глубже, чем просто читать Библию. И обсуждать друг с другом фон, на котором происходили события этого письма. You know, that it is really applicable in our life. И понимать то, что это применимо в наших жизнях. In Hebrews 5, в Евреям 5 главе, verse 11 till 14, с 11 по 14 стих, it is written the following. Написано следующее. You may read 11 till 14. Mm-hmm. The chapter? 5, 11 till 14. О сём надлежит жалобы нам говорить много, но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособны слушать. Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия. И для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. Here it speaks about the difference between good and evil. Здесь говорится о разнице между добром и злом. And it gives us the idea. И это дает нам идею. That it is our responsibility to learn to discern between good and evil. О том, что это наша ответственность, чтобы различать добро и зло. And then that we know to choose good. И чтобы мы выбирали хорошее. And do it. И делали это. And the beginning of this verse, what Ilya read from Russian. И начало этого стиха it speaks about that you became dull in hearing. Говорится о том, что ваше ухо притупилось. You know, I have much to say, but it is hard to explain since you have become dull of hearing. У меня есть много чего вам сказать, но я должен объяснить, потому что ваше ухо притупилось. Yeah, that sounds something like that you became lazy in listening. Можно сказать, что вы стали ленивы к слушанию. Or you became really slow in hearing. Или же вы стали медленны к тому, чтобы слышать. You heard, but you don't do anything with it. Вы слышали, но вы ничего с этим не сделали. Another translation says you became sluggish. В старом переводе говорится, что вы стали ленивыми. You don't listen really carefully. You just pick something up and take what you like. Вы не слушаете внимательно, вы просто что-то, что вам нравится, берете, и все. And that stops your spiritual growth. И это останавливает ваш духовный рост. And here we have a kind of encouragement that we should grow further. И здесь нам дается вдохновение о том, что мы должны расти дальше. You know, Christians sometimes they think I'm repented, I'm reborn. И некоторые христиане думают, я покаялся, я рожден свыше. I'm saved. Я спасен. Praise God. Слава Богу. That's it. И все. But the Bible says that we are disciples of Jesus. Но Библия говорит, что мы ученики Иисуса. And Jesus himself said, Иисус сам сказал, for a disciple it's enough that he becomes like his master. Ученику достаточно стать как его учитель. Thus, you can say what you want, but I believe,
Вы можете, you cannot. Well, you can say what you want, but I believe. Вы можете сказать то, что вы хотите, но я верю. That we are all as disciples of Jesus in a process of spiritual growth. Что все мы как ученики Иисуса в процессе духовного роста. When we learn to make this decision between good and evil. Когда мы учимся делать решение, принимать решение между добрым и плохим. And we can choose the good. И мы можем выбирать доброе. And we do it. И мы делаем это. Then the Bible calls us wise. Библия называет нас мудрыми. God wants that His children are wise. Бог хочет, чтобы его дети были мудры. You know, we should grow up spiritually. Мы должны расти духовно. That we become wise as His children in our behavior. Чтобы мы стали мудрыми, как его дети в нашем поведении. There is a kind of discussion in Holland, but I so think in other countries. И есть небольшая дискуссия в Голландии, но я думаю, что такая ситуация и в других странах. Among Christians about God's will. Между христианами по поводу Божьей воли. That's a really interesting topic. Это очень интересная тема. God's will for our life. Божья воля на нашу жизнь. I'm raised up in a Dutch Reformed church. Я вырос в реформированной церкви. Calvinistic. В кальвинистической церкви. I don't know if that sounds good. Я не знаю, хорошо ли это звучит. But anyway, I leave that up to your pastor to discuss that with you. Но я это оставлю вашему пастору, чтобы он с вами обсудил. But later I got acquainted with evangelical churches. Но после я познакомился с евангелистическими церквями. When I was I think 18 years old. Когда мне было около 18 лет. I got acquainted with some nice Christians who came in an evangelical church. Я познакомился с замечательными христианами, которые ходили в евангельские церкви. And I started also to become there, and I became a part of it. И затем я тоже туда начал ходить, и я стал частью этой церкви. But in some way, you know, in the evangelical churches in Holland. Но вы знаете, в некоторой степени в евангельских церквях в Голландии. And the will of God became a really big topic. В этих церквях воля Божья стала большой темой. And then people started to ask me about what do you think that God's will is for your life. И люди начали меня спрашивать, встречая меня, какая воля Божья на твою жизнь. We had even a kind of phrase, what is God's will for me today? И у нас даже была такая фраза, какова воля Божья для меня сегодня? Because there was a kind of spiritual Christian jargon or the way how we speak about the center of God's will. И we're talking about the center of God's will. Мы говорили о том, что является центром Божьей воли. To be in the center of God's will. Мы говорили о том, как быть в центре Божьей воли. You know, we start to ask one another, are you in the center of God's will? Мы начали спрашивать друг друга, в центре ли ты Божьей воли? Well, the nice thing. Что хорошо. Is that it is not in the Bible. То, что этого нет в Библии. Nowhere in the Bible it is saying that we have to do our best to be in the center of God's will. Нигде в Библии не сказано, что мы должны делать лучшее, что можем, чтобы быть в центре Божьей воли. Jesus never said to his disciples, are you in the center of Father's will? Иисус никогда не спрашивал учеников, в центре ли вы Божьей воли? Paul never wrote to the churches. Павел никогда не писал церквям. He didn't write to Timothy. Он не писал Тимофею. Timothy, do your best to stay in the center of God's will. Тимофей, делай все, что можешь, чтобы остаться в центре Божьей воли. Because if you are in the center of God's will, потому что если ты в центре Божьей воли, you will always be happy. Ты будешь всегда счастлив. Everything will go fine. Все будет хорошо. Everything will be successful. Все будет успешным. But if you are not in the center of God's will, но если ты не в центре Божьей воли, you are a little bit out of the center of God's will. Немного не в центре Божьей воли. Then the bad things happen. Тогда плохие вещи могут случиться. You know, when I was in the Dutch Reformed Church, когда я был в реформаторской церкви, you know, we read the Bible, мы читали Библию, we preached the Bible, мы проповедовали we Библию, evangelized, мы евангелизировали, we believed what Jesus said, мы верили то, что Иисус сказал, we were singing, praying, worshiping, etc. Мы пели, поклонялись, молились и так далее. But there was a moment in the evangelical church. Но также в евангельской церкви был момент. That to be a Christian was really hard. То, что really difficult. Христианином было довольно сложно. But even if it was in the Bible.
даже несмотря на то, что это было в Библии, we ask ourselves, is it really God's will that I do it? Мы спрашивали Бога, Божья ли воля, чтобы я делал это? We were so occupied with the future. Мы были так захвачены будущим. That we were afraid to live today in freedom of Christ. То, что мы боялись жить сегодняшним днем в свободе Христа. Because there was a kind of fear. Потому что был определенный страх. The idea, am I in the center of God's will? Такая идея, в центре ли я Божьей воли? That was paralyzing us. Которая нас парализовывала. We didn't do anything. Мы ничего не делали. Today. Сегодня. Because we were not sure if it was God's will. Потому что мы не были уверены, была ли это Божья воля. And if we do something today, what is not God's will? Если мы что-то сегодня сделаем, это не будет Божьей воли. Then I can forget my future. Тогда я могу забыть свое будущее. Because I'm out of line with God's will. Потому что я не в Божьей воле. You know, it gives a problem to be busy with God's will for your life. И это такую проблему своеобразную нам показывает быть в Божьей воле. The first problem is that we are so busy with the future that we forget to live today. И первое это то, что мы настолько заботимся о будущем, что мы забываем жить сегодня. Jesus said, today. Иисус сказал сегодня. Seek my Father's kingdom and its righteousness. Ищите Царство Божие и правду Его. Every day has enough about its own problems. Для каждого дня довольно своей заботы. Don't worry about tomorrow. Не заботьтесь о завтрашнем дне. But we can so be occupied with God's will for the future. Но мы так захвачены Божьей волей по поводу будущего. That we miss to live today with Jesus. То, что мы теряем возможность жить сегодня с Иисусом. And we don't see the opportunities that God gives us to be wise and be a blessing for people around us. И мы не видим возможностей, который дает нам Иисус, чтобы быть мудрыми и благословлять людей вокруг нас. The question, am I in the will of God? Вопрос, воле ли я Божьей? Gives us also the idea that we have a sneaky God. Дает нам такую хитрый. Идею, то, что у нас хитрый Бог. There is a God in heaven. Есть Бог на небесах. And he says to you, I have a plan for you. И сказано, что у него есть план для тебя. I have a plan for you for today, what you should do. У него есть план для тебя на этот день, что ты должен сделать. But I don't tell. Но Бог не говорит. I don't tell. Я не говорю. I have a plan for you. У меня есть план для тебя. In detail what you should do today. Детально, что ты должен делать сегодня. But I don't tell it. Но я не скажу этого. You have to find out yourself. Нужно самому это понять. And if you are right, then I bless you. Если ты прав, я тебя благословлю. But if you cannot find it out, I cannot bless you, and I will even maybe punish you. Но если ты этого не поймешь, то я тебя накажу, может быть даже. I am making you responsible. Я делаю тебя ответственным. To find out what my will is for your life. Понять, какова твоя воля на. But I don't tell it. Моя воля на твою жизнь, но я не скажу тебе. It's the same if you are a father with children. Это так же, как если вы отец семейства и с детьми. That I say to my children, we have some rules in the house. Если я скажу детям, у нас порядок в доме есть определенный. Every house has its rules. У каждого дома есть свои правила. I'm a father, I have 5 children. Я отец, у меня 5 детей. And I tell to them, you know, there are some rules in this house. И я им говорю, что у меня есть правила в доме. You have to do certain things. Вам нужно делать определенные вещи. And there are certain things you should not do. И другие определенные вещи вы не должны делать. But guess what? Но что? Подумайте сами. I don't tell them. Я им не говорю. You have to find out yourself. Вам нужно самим понять. This evening, if we have dinner, сегодня у нас был ужин. And if you have some food on your tarelka, если у вас на тарелке есть еда, then you know that you did what I wanted. Тогда вы знаете, что вы сделали то, что я хотел от if вас. You have a tarelka with nothing on it, если у вас тарелка без всего, then you know that this day you missed my plan for today. То сегодня знай, ты потерял мой план на сегодня. If I am like a father like that, если я отец такого плана, then I'm a really cruel father. Тогда я ужасный отец. I have to tell my children what I expect from them. Я должен сказать своим детям, что я от них ожидаю. And our God, our Father is not hitry, he's not a sneaking God. И наш отец не хитрый. He is not so willing that we are busy with the future. He wants that we live today with him. Он не так сильно хочет, чтобы мы заботились о будущем. Он хочет, чтобы мы жили с ним сегодня. That is walk by faith. И это по вере. Not walk by signs and kind of ideas and feelings and a liver shiver and a kind of sign. И это не говорится о каких-то знаках,
каких-то идеях, это о нашей вере. We should walk daily with the Lord, trusting that if we walk with Jesus, He will fulfill His plan for our life. Мы должны ходить с Иисусом и верить Ему то, что Он исполнит свой план для нашей жизни. That's why God is concerned about the moral decisions we make. И поэтому Иисус заботит моральные решения, которые мы принимаем. Like Hebrews 5 says. Как в Евреям 5 главе говорится. We have to learn the difference between good and bad. Мы должны понять разницу между хорошим и плохим. Choose the good. Выбирай хорошее. And then do it. И делай это. That's God's plan, God's will, God's big concern for you and me. Это Божий план, Божья воля, это Его большая забота для For God, нас. It doesn't matter where you live. Для Бога не важно, где вы живете. If you have a rent house or a bought house. Не важно, вы арендуете квартиру или купили дом. Doesn't matter for God if you have a dog or a cat. Не важно для Бога, у вас кошка или собака. Or no animal at all. Или вообще никаких животных. I know some Christians in Holland. Я знаю христиан в Голландии. When they go to the shop, they pray, Lord, what is your will, what I eat this evening. Они говорят, Бог, какова же твоя воля, чтобы мне сегодня поесть вечером? They think that's serious, real serious to be a Christian. Они думают, что это серьезно по-христиански. You know, when you was not a Christian, you can eat what you like. Когда вы не были христианином, вы могли есть все, что вы хотите. But now you are a Christian, life is real serious. Сегодня вы христианин, и жизнь достаточно серьезная. You go to the shop and you are looking there and praying, Lord, what do you want me to eat this evening? Вы идете в магазин и молитесь, Господь, что вы мне купить сегодня. And the Holy Spirit says to you, it will be onions. И Дух Святой вам говорит, это будет лук. But you don't like onions. Но вам не нравится лук. But you will be obedient to the Holy Spirit. Но вы должны слушаться Духа Святого. So you buy onions. Вы покупаете лук. You prepare them. Вы готовите лук. And you eat them. И едите его. You know, some Christians, they make their life so miserable. Некоторые христиане настолько ничтожно делают свою жизнь. And then they think that God expects that from them. И они думают, что Бог ожидает этого от них. Not long ago, I met someone and he said to me, I will never become a Christian. Never, never. Недавно я кое-кого встретил, он сказал, что я никогда не стану христианином. Никогда. Well, I'm a pastor, so that's an interesting statement, so I wanted to know why. И я пастор, и для меня это было очень интересное заявление. Я хотел узнать, почему. And he said, well, I have a nephew who became not long ago a Christian. У меня есть племянник, который не так давно стал христианином. Before he was a Christian, перед своим христианством, when I had an evening nothing to do, I phoned him. Когда у меня был свободный вечер, я ему звонил. And I said to him, okay, let's do something today. И я ему сказал, я ему говорил, давайте что-нибудь сегодня поделаем. We can go to the cinema, or we can drink some coffee somewhere. Мы можем поехать в кинотеатр или попить где-нибудь кофе. And many times he said, oh yeah, that's nice, let's do that. И он много раз говорил, да, это здорово, давай сделаем. But now he is a Christian. Но теперь он христианин. And if I have some free time in the evening, если у меня есть свободные вечера, and I phone him, я ему звоню, I said, okay, let's go to the movies or let's drink some coffee somewhere. Я ему говорю, давай пойдем в кинотеатр или пойдем попьем где-нибудь кофе. He responds with, okay, that's nice. И он говорит, да, это неплохо. But first I have to pray if it is God's will. Но мне нужно помолиться, Божья ли это воля перед этим. And he said to me, that's the reason I never want to become a Christian. И он сказал мне, вот почему я никогда не хочу становиться христианином. If you become a Christian, life is so difficult. Если вы становитесь христианином, такая сложная жизнь начинается. Every little decision you have to pray for. Если маленькое решение какое-то нужно принять за него, нужно помолиться. Jesus said, I came to bring life in an abundant way. Иисус сказал, я пришел, чтобы принести жизнь и жизнь с избытком. John 10:10. Иоанна 10:10. Galatians 5:1. Галатам 5:1. There it says, so that we are truly free, Christ made us free. Так, чтобы мы были поистине свободными, Христос нас сделал свободными. But how many of us are so busy with the future and occupied with God's will? Но как многие из нас сосредоточены на будущем и у них есть беспокойство по поводу Божьей воли? That we are the most miserable people. То, что мы самые несчастные люди. We don't have joy. У нас нет радости. We have no peace. У нас нет мира. Because we are always worried if it's God's will, yes or no. Потому что мы всегда волнуемся, это Божья воля или нет. Did I choose good yesterday? Вчера ли я хорошее что-то выбрал? What should I do today? Что мне нужно сделать сегодня? But nowhere in the Bible it says that we should be so occupied with the will of God. Но нигде в Библии не сказано, что мы должны так беспокоиться о воле Божьей. God is not willing that we are trying to find out our future. Бог не хочет, чтобы мы пытались постоянно найти, что будет в нашем будущем.
David says in Psalm 117. В Псалме 100 по-русски и в 17 стихе. David says, "This is the day that the Lord has made." Он говорит, этот день сотворил Господь. We will rejoice and be glad in it. Возрадуемся и возвеселимся в ней. The future belongs to God. Будущее принадлежит Богу. This is the day that He has made. Это день, который Он сотворил. And His will is that we just discern good and evil, choose the good and do it. И Его воля заключается в том, чтобы мы различали между добрым и злым, и выбирали доброе, и делали доброе. You know, His desire is that we become wise. Его желание заключается в том, чтобы мы стали мудрыми. Well, if we go to Proverbs chapter 2, если мы заглянем в притчи вторую главу, Proverbs chapter 2, притчи вторая глава, it speaks about the failure or the importance of wisdom. Говорится о about the failure, so the how worthy it is wisdom. О ценности мудрости. And in verse 5 it is written or it gives a kind of idea what wisdom is. И в пятом стихе говорится о том, что есть мудрость. Wisdom says here, здесь говорится, что мудрость, you will understand the fear of the Lord and find knowledge of God. Что ты уразумеешь страх Господень, найдешь познание о Боге. Because it is the Lord who gives wisdom. Потому что Бог дает мудрость. And what He speaks, that is knowledge and understanding. Из Его уст знание и разум. You know, it is God's will that we are moral people. Божья воля заключается в том, чтобы мы были моральными людьми. That we know the difference between good and evil. Чтобы мы знали разницу между добрым и плохим. Choose the good. Выбирали доброе. And do it. И делали это. Then you are, according to the Bible, wise. И тогда, согласно Библии, вы мудры. A wise man is one who looks to God and wants to know what God likes and what He doesn't like. Мудрый человек — это который смотрит на Бога и понимает, что Богу нравится, а что нет. Good and evil. Доброе, злое. Choose the good. Выбирайте доброе. And do it. Делайте это. The fool in the Bible is the opposite of the wise. И глупый в Библии — это противоположность мудрому. Well, in the book of Proverbs, the word fool doesn't mean someone who is stupid per se, by definition. И не говорится в притчах о том, что глупый — это человек, который по определению дурак. A fool in the Bible, глупый в Библии, is someone who doesn't want to know anything about God, это тот, кто не хочет ничего знать о Боге, and only listens to himself, his own advice. И слушает только себя, своего собственного совета. If you read at home chapter 2 in Proverbs, если вы дома прочитаете вторую главу притч, then you get an idea how important wisdom is. Вы поймете, насколько важна мудрость. It gives also the information out what our attitude should be towards wisdom. Эта глава дает нам также информацию о том, как мы должны относиться к мудрости. First four it says you should long for it to wisdom more than silver and gold. В четвертом стихе говорится, что мы должны его искать. Как серебра отыскивать его и как сокровище? Yeah, for sure. Yeah, for sure. You should long for wisdom. Мы должны желать мудрости. More than for silver and gold. Больше, чем серебра и золото. You know, the question, what is God's will for my life? Вопрос, какова воля Божья для моей жизни? Has many times to do with wealth, health, and happiness. Много раз он связан с здоровьем, богатством и счастьем. But God is not interested in that to give us. И Бог не заинтересован, ему не интересно это нам давать. The question, if I follow Jesus, will I become happy? И вопрос здесь в том, если я буду следовать за Иисусом, стану ли я счастливым? The answer is no. Ответ нет. If I follow Jesus, will I become rich? Если я последую за Иисусом, стану ли я богатым? The answer is no. Ответ нет. Jesus says that you have to give everything to Him. Иисус говорит, что вы должны все ему отдать. If you belong to Jesus, если вы принадлежите Иисусу, all that you have belongs to Him. Все, что у вас есть, принадлежит ему. That's why with joy we can give to the poor and give to the needy and give to missions. Вот почему мы отдаем на миссии, отдаем бедным. Because we don't give from ourselves, we give that is from the Lord. Мы даем это для Господа. That is our mentality as a new creation. Это наш разум, который разум нового творения. We have no guarantees that if you follow Jesus, you will become rich.
Нет никаких гарантий, что если вы последуете за Иисусом, вы станете богатым. It's not true that the bigger your car is, the more you are in the center of the will of God. И неправильно думать, что чем больше ваша машина, тем более вы в центре Божьем. We can impress the world with our car and with our possessions. We can impress the world, the people around us, with our possessions. Мы можем произвести впечатление на мир без каких-то, без машины, без больших богатств. But God is looking to your heart. But God is looking to your heart. Но Бог смотрит на наше сердце. God is impressed by your humbleness. Бога вдохновляет ваше смирение. God is impressed by the fact that you deny yourself and follow Jesus. Бога радует тот факт, что вы, отвергая себя, следуете за Иисусом. God is impressed by your desire to understand the difference between good and evil. Богу нравится ваше желание понимать разницу между добрым и плохим. And then choose good. И выбирать доброе. And do it. Делать это. Even if it costs you something. Даже если это что-то вам стоит. That's God's, my father's, your father's big concern. Это то, что заботит нашего Бога, моего, вашего. How to get wisdom? Как получить мудрость? How to learn to make the difference between good and evil? Как увидеть эту разницу между плохим и добрым? Choose the good. Выбирать доброе. And do it. Делать это. In other words, be wise. Чтобы быть мудрым. How to get wisdom? Как получить мудрость? Well, Proverbs 2. В притчах 2 глава. First 1, 2 and 3 gives a kind of keys. С 1 по 3 стих даются какие-то определенные ключи. In first 1 it says, store up my commandments in you. В первом стихе говорится, сохрани при себе заповеди мои. The second step, how to get wisdom. Второй шаг, как получить мудрость. Is in first 2, making your ear attentive to wisdom and inclining your heart to understanding. Это сделать внимательным мудрости ухо свое и наклонить сердце свое к размышлению. The third key for wisdom, третий ключ к мудрости, is in verse 3. Это в третьем стихе. Call out for insight, raise your voice for understanding. Призывай знание и взывай к разуму. Well, modern Christian words, в современном христианском лексиконе, first 1 speaks about read your Bible and study it. В первом стихе говорится о том, чтобы читать и изучать Библию. The second one is listen to sound advice, counsel. И во втором стихе говорится о том, чтобы мы слушали совета. And number 3, first 3, и в третьем speaks about pray to God and ask Him. Говорится о молитве Господу и о том, чтобы вопрошать Его. So I have some more minutes to share with you. И у меня есть некоторое время, чтобы еще поделиться с вами. And I want to look in more detail to those three steps to walk in wisdom and to get it. И я не буду настолько детально рассматривать эти шаги. Я буду. А он будет. Да, можно. Mm-hmm. Let's look to the first. Давайте посмотрим на первый сначала. The how to get wisdom is the scriptures. Как получить мудрость? Look to the scriptures. Посмотреть Писание. Yeah, first one. You can read again. Сын мой, если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои. So this is the first step to get wisdom. Это первый шаг к тому, чтобы принять мудрость. It's the Bible. Это Библия. We live still in a country where you can freely come together with the Bible, proclaim it, read it, study it. Вы находитесь в стране, в которой вы можете читать Библию, провозглашать ее, изучать. There are some Christians worldwide, in some places in the world, they have. It's forbidden to have a Bible. В некоторых местах в мире это запрещено. So let's use our freedom very wise. Давайте мудро будем использовать нашу возможность и свободу. You know, the Bible says that the scriptures make us wise. Библия говорит то, что Писание делает нас мудрыми. In 2 Timothy 3, во 2 Тимофея 3 главе, Paul says that scripture makes us wise for salvation. Павел говорит то, что Писание делает нас мудрыми ко спасению. Romans 12 speaks about that by the scriptures our mind is renewed. В Римлянам 12 главе говорится, что с Писанием наш разум обновляется. So listen to what I want to say now. Послушайте, о чем я сейчас скажу. Reading daily the Bible, каждодневное чтение Библии, and study it regularly, и изучение ее на постоянной основе, gives us a taste for godliness. Дают нам веру к благодати. A taste for godliness, that we are more like God, that we become more like God.
Мы становимся больше как Бог. It gives us a taste. Это дает нам как бы вкус. Попробовать вкус. For godliness. Вкус к благочестию. What belongs to God and what not. То, что принадлежит Богу и что нет. The more you read the Bible, чем больше вы читаете Библию, the sooner you get an idea if you hear something if it is good or bad. Тем быстрее вы начинаете понимать, что то, что вы слушаете, хорошо или плохо. You know, if you are a cook, если вы повар, and you can make borscht, и вы умеете готовить борщ, очень вкусно. You can make it. You know the ingredients. Вы знаете ингредиенты. And I know some cooks. They are professional cooks. Я знаю некоторых профессиональных поваров. And they taste something from what is made, for example, borscht. И они что-то пробуют, например, борщ. And they immediately say, okay, this ingredient is missing. И они сразу же пробуют и говорят, о, этого ингредиента не хватает. Or sometimes they say, it looks like borscht. Или иногда они говорят, это похоже на борщ. But it's tomato soup. Но это томатный суп. You know, and in that way, if we read the Bible daily, и так, если мы будем Библию каждый день читать, study it regularly, изучать на постоянной основе, it gives us a taste of what belongs and what God's like. И это дает нам вкус того, каков Бог и что ему принадлежит. To taste what is good and bad. Пробовать то, что хорошо и что плохо. So that you know to choose the good, чтобы вы могли выбирать хорошее and do it. И делать это. Reading daily the Bible, каждодневное чтение Писания, and study it regularly, и каждодневное его изучение, gives us a taste for godliness, дает нам вкус к благочестию. Well, today there are some dangers. Today, more than Christians. Сегодня с некоторыми христианами. They are in danger. Они в опасности. For example, they take one scripture they like. Они берут какое-то место Писания, которое им нравится. And they use it as a start point for their own thinking. И они это выбирают как то, о чем им самим хочется думать. With the result that they make their own conclusions. И результат таков, что они сами делают какие-то выводы. And they dare to say to others, it's somewhere in the Bible. И они осмеливаются говорить другим о том, что это rare, like. That it is somewhere in the Bible. И что это где-то в Библии. You know, Paul said to Timothy, Павел сказал Тимофею, preach the word. Проповедуй слово. Don't preach your opinion. Не проповедуй свое мнение. Or the latest theology. Или последнюю теологическую линию. Preach the word of God. Проповедуй слово Божие. That makes us wise unto salvation. Это делает нас мудрыми ко спасению. But today I know many Christians. Но сегодня я знаю многих христиан. Maybe daily. Может быть, каждый день. But most weekly or monthly. Но большинство каждую неделю или по месяцам. They open the Bible somewhere. Они где-то открывают Библию. Take a scripture. Берут место Писания. And they start to think of, and they start to think about it. И они начинают думать об этом. And they think that's wise. И они думают, это мудро. They use it for their own starting point to get to their own opinion. Они используют это как стартовую площадку для того, чтобы добраться до своего собственного мнения. Another danger what I see today, но what I hear, и то, что я слышу опасного, is that in some discussions in the church in Holland, в некоторых дискуссиях в церквях Голландии, of course it's not here, it's not here, конечно не здесь, it's not here, it's somewhere in Holland, где-то в Голландии, that Christians they come together, христиане собираются, and they have a kind of discussion about something, и у них завязывается дискуссия о чем-то. And then there is one who says it's somewhere in the Bible. И когда кто-то говорит, это где-то есть в Библии. And then comes a kind of quote. И потом приходит цитата. That they think it's somewhere in the Bible. Что они думают, что это где-то в Библии. Well, if you do that in my presence. Если вы сделаете такое в моем присутствии. When I'm the pastor in Holland. Я пастор в Голландии. I give you a hard time. Я вам вы пожалеете. Because I like to discuss Bible phrases. Потому что я люблю изучать библейские фразы. In the context where it is written. В контексте, в котором они написаны. So if someone in my home group says, "Well, it's somewhere in the Bible," and there comes a kind of стих. И если кто-то на моей домашней группе говорит, о, это где-то в Библии и какой-то стих приводит. Well, and I'm not arrogant, but I know my Bible. I'm not gorgeous. I know my Bible. Я не гордый человек, но я знаю. So if someone says it's somewhere in the Bible,
Если кто-то говорит, что это где-то в Библии, then I know that somewhere in the Bible. Я знаю, что это где-то в Библии. But I always say, okay, where is it in the Bible? Но я всегда говорю, где же это в Библии? They say, well, I don't know, but it's somewhere. О, я не знаю, где-то. You know, we make a kind of game. У нас игра. You know, kind of hide and seek. Прятки. You know, I tell a scripture. Я говорю место Писания. And it's your problem to find it. И вам нужно найти. I think that's not honest. Я не думаю, что это честно. You know, I can impress people by saying it's somewhere in the Bible, and then I say something. Я могу впечатлить людей тем, что я скажу, что это где-то в Библии, и потом что-то сказать. And I make it your problem to find out where it is. И я вас заставляю искать это в Библии. So I many times they say, okay, where is it? И много раз я говорил, где же это? And when we found it. И потом мы это находили. We look to the context. Мы смотрели в контекст. Because I saw many fights over Bible scripture. I saw many fights about Bible scripture. Я видел очень много драк таких писаний, that was based on the truth, которые не были основаны на истине, but based on the wrong interpretation. Но были основаны на неправильной интерпретации. Because Christians were too lazy to look it up where it is written and what it means in the context. Потому что люди, христиане, должны были посмотреть, где это в контексте. It's also happening that some people say it's somewhere in the Bible. И также случается, что некоторые люди говорят, что это где-то в Библии. When I know it's not there. Когда я знаю, что этого там нет, на самом деле. That's funny. Это смешно. Once we had a man's breakfast. Однажды у нас была мужская встреча, мужской завтрак. And someone said, it's somewhere in the Bible. И кто-то сказал, что это где-то из Библии. Home, sweet home. Дом, милый дом. I said, well, is that in the Bible? Я сказал, действительно? He said, yeah, somewhere. Он сказал, да, где-то есть. So, I said, I think it's not in the Bible. Я говорю, нет, я не думаю, что это в Библии. He said, yeah, it sounds so good, it should be in the Bible. Он говорит, да, это так хорошо звучит, должно же быть в Библии. You know, sometimes we make all this crazy by saying something with the Bible. We say, yeah, the Bible says. Иногда мы делаем такие сумасшедшие вещи, говоря, что Библия так говорит. But the Bible doesn't say that. Но Библия такого не говорит. You made it up. Вы это сделали, you выдумали. From television. Откуда-то из телевидения взяли. You think, okay, I say it's in the Bible, then it has more power. Если вы думаете, что это из Библии, и оно, вы можете подумать, что это из Библии, it's not there. Это больше силы имеет, но это не оттуда. It's not wise, it is stupid. Это не мудро, это глупо. What also happens is that people come to me. Что еще случается, то, что люди ко мне подходят. You know, a few times I went with Pastor Nikolai from Pierre Ural to Kenya. И однажды я ездил несколько раз с пастором Николаем в Кению. And you know, in Kenya, I don't know, in Kenya everyone is black. И в Кении все черные. Очень странно. Everyone is black. Все черные. Well, I come from Holland and everyone is white. Я из Голландии, где все белые. So the first time I was in Kenya, и в первый раз, когда я был в Кении, I was standing between the Bible school students. Yeah, you're preaching. No, I was standing between the Bible school students. Я стоял между учениками библейской школы. And I thought by myself, I'm really white. И я подумал, я на самом деле белый. I'm really white. На самом деле белый. You know, so when I teach there, когда я там учу, I'm a foreigner. Я иностранец. I speak different. Я говорю по-другому. I look different. Выгляжу по-другому. I don't have hair. У меня нет волос. And очки у меня тоже есть. And in Kenya, if you have очки, и в Кении, если у вас есть очки, and when you don't have hair, когда у вас нет волос, they think you are really wise. Они думают, что вы очень мудрый. That's why I like it to go to Kenya. Вот почему я люблю ездить в Кению. Because there I'm the wise man. Потому что там я мудрец. So before lesson starts in the Bible school, перед тем, как урок начинался в библейской школе, I always shave my hair, я всегда брил голову, to keep myself wise, чтобы я сохранил свою мудрость. Okay, but that's detail. Это просто деталь. But what many times happens in the Bible school, но то, что много раз случается в библейской школе, there was probably the evening before a kind of discussion. Перед уроком была дискуссия одна. I don't know about, but they had probably a kind of discussion about a part in the Bible. Я думаю, что у них была какая-то дискуссия по поводу части Библии. And then they asked me, okay, Oscar, you know, what is your opinion about this part of Scripture? И они меня спросили, Оскар, каково твое мнение по поводу этой части Библии? Well, I learned
to say the following. И я научился говорить следующее. My opinion about this part of Scripture is not important. Мое мнение по поводу этой части Писания не важно. It's important what God's opinion is. Важно, что Бог об этом думает. Why did God choose that this part is in the Bible? Почему Бог выбрал то, чтобы это место было помещено в Библии? So we have to study with one another why this is here, what does it mean for God? Чтобы мы изучали, почему это здесь, что это значит для Бога. And what we should do with it so become wise. И что мы должны с этим делать, чтобы стать мудрыми? You know, if we daily read the Bible, если мы каждый день читаем Библию, and study it regularly, и изучаем ее регулярно, personal, лично, in the home group, в домашних группах, in the Bible school, в библейских школах, in the meetings as church, на церковных собраниях, we get a taste for godliness. Мы получаем вкус к благочестию. If not, если же нет, we are in grave danger for deception. Мы в ужасном обольщении. Мы в большой опасности к обольщению. There are many Christians, they have a Bible, есть много христиан, у которых есть Библия, but they don't read it, но они ее не читают, they don't study it, они ее не изучают, and they are fools, according to the biblical standard. И они глупы, согласно библейским Because they don't know the difference between good and evil, потому что они не знают разницу между добрым и злым, so they cannot choose good, поэтому они не могут выбрать доброе and do it. И сделать это. A second way how to get wisdom is walking in counsel. И второй способ, как получить мудрость, это ходить в том, чтобы слушать советы. Proverbs 2:2. В Proverbs 2:2. Притчам 2:2. Давай, пожалуйста. Так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению. You know, this is listening to wise counsel. Это о том, чтобы слушать мудрый совет. Shows how important it is that we understand that we are a body, brothers and sisters. Это дает нам понимание, что очень важно, что мы тело, братья и сестры. You know, when the word of God doesn't give us wisdom in a particular situation, when the word of God doesn't give information about a particular situation, и когда Божье слово не дает нам информации о какой-то определенной ситуации, then you can go to the church, to your pastors, home group leaders, brothers and sisters, and ask for advice. Вы можете пойти в церковь к вашему пастору, к вашему лидеру домашней группы и спросить совета. You know, before we came here this evening, we had some fellowship with your pastors. И перед тем, как мы пришли сюда, у нас было общение с пасторами. And I told that in Holland there are Christians who don't go to church anymore. Я сказал, что в Голландии есть христиане, которые больше в церковь не ходят. You know, they don't like the church. Им не нравится церковь. You know, they like to sit at home. Им нравится сидеть дома. And read their own Bible. Читать Библию. And weekly they switch on a Christian channel on television. Они могут включить библейский канал на телевидении. And they listen to a preaching. И слушают проповедь. And if they like it, they like it. If they don't like it, they switch to another channel. Если они любят это смотреть, они продолжают. Если же нет, они выключают, переключают канал. You know, that is poor Christianity. И это that is really poor Christianity. Это бедное христианство. You know, God gives us as a treasure to one another. Бог дал нам как сокровище друг другу. We need one another. Мы дружны друг другу. To be edified and to edify one another. Чтобы созидать друг друга. You have a pastor not because that's just his function. У вас пастор не потому, что просто есть такая функция. The church is not an organization in the first place. Библия не организация в первую очередь. It is in the first place the body of Christ. Церковь в первую очередь это тело Христа. Where we help one another. Когда мы помогаем друг другу. Correct one another. Исправляем друг друга. Advise and counsel one another. Мы даем друг другу советы. Discipline one another. Дисциплинируем друг друга. Sometimes you have to hear that someone says to you what you do is stupid. Иногда нам нужно услышать, что кто-то другой нам скажет, что то, что мы делаем, глупо. In my life, many times Christians said to me, "Don't do that, don't do that." Много раз христиане в моей жизни говорили: "Не делай этого, не делай этого." And I thought at that time, you know, they were stupid and I was wise. И я в это время думал, что они были глупы, а я мудр. But looking back in my life, I'm so grateful that I had brothers and sisters who spoke the truth in love to me. И я так рад, смотря в прошлое, что у меня были братья и сестры, которые в любви говорили мне истину. We need all from time to time kind of correction and an admonishment and help. И нам нужно увещевание, наставление в некоторое время. You know, the book of Proverbs в притчах many times speaks about the wise, he listens to advice. Говорится много раз о том, что мудрый следует советам.
The way of the fool is right in his own eyes. Путь же глупого прямо в его глазах. Proverbs 19, for example. Например, в 19 главе книги Притч. Verse 20. В 20 стихе. Listen to advice and accept instruction. Слушайся совета и принимай обличение. That you may gain wisdom in the future. Чтобы сделаться тебе впоследствии мудрым. Accept instruction. Принимай The question is here, are you teachable? И здесь вопрос, обучаемы ли вы? Are you willing to listen to the advice from your pastors, from the church, from the home group? Способны ли вы воспринимать совет от вашего пастора, от вашего лидера домашних групп, от членов церкви? A third and last way how to get wisdom. И последний способ, как приобрести мудрость. In verse 3. В третьем стихе. If you call out for insight and raise your voice for understanding. Если вы так. Если будешь призывать знания и взывать к First four. If you seek it like silver. И четвертый стих. If you seek it like silver. Если будешь искать его как серебра. And search it as for a hidden treasure. И отыскивать его как сокровище. First five. Then you will understand the fear of the Lord and find the knowledge of God. В пятом стихе. То уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге. First three speaks about prayer. Pray God for wisdom. В третьем стихе говорится о том, что вы молились Богу о мудрости. You know, God's wisdom is revealed from the Scripture. Божья мудрость открывается нам через Писание. We learn in the church the difference between good and evil. В церкви мы изучаем разницу между добрым и злым. We encourage one another to choose good and do it. Мы друг друга увещеваем, чтобы выбирать доброе и делать But also это. We can pray for it. Но также мы можем молиться об этом. Ephesians 1:17. В Ефесянам 1:17. Paul prayed for the Ephesian church. Павел молился за Ефесскую церковь. And in verse 17 it says that God of our Lord Jesus Christ. В 17 стихе говорится Бог. The Lord of our Lord Jesus, the God of our Lord Jesus Christ. Бог нашего Бога Иисуса Христа. The Father of glory, that He may give you the Spirit of wisdom and revelation, that you may know Him better. Отец славы да даст нам духа премудрости и откровения к познанию Его. 1 Thessalonians 5:17. В Фессалоникийцам 5:17. 1 Thessalonians 5:17. 1 Фессалоникийцам 5:17. There it says, "Pray without ceasing." Говорится, непрестанно молитесь. That is not prayer in time of crisis. Это не о том, чтобы молиться во время кризиса только. But it is prayer as a lifestyle. Но здесь говорится о молитве как стиле жизни. Because you want to walk with the Lord daily. Потому что вы хотите следовать за Господом каждый день. And you want to know His idea about good and evil. И вы хотите знать Его представление о добре и зле. So that today you can choose good with Him. Чтобы вы с Ним могли сегодня выбирать доброе. And by the power of the Holy Spirit will do it. И чтобы сила Духа Святого сделала это. So we are all disciples. Все мы ученики. Ephesians 5, when we return to there. И если мы вернемся в Ефесянам 5 главу. There it says, you became dull in hearing. Там говорится, ваш слух притупился. You became sluggish. Вы стали ленивыми. You are not listening that good. Вы не слушаете доброго. Or you are slow in hearing. Или же вы медленно воспринимаете. You hear, вы слышите, but you don't do anything with it. Но вы ничего с этим не делаете. And that's why you don't grow up in spiritual maturity. Вот почему вы не растете в духовной зрелости. It speaks there in that context, you are still babies. В этом контексте говорится, что вы еще младенцы. But it is not God's desire that you become babies and stay babies till Jesus comes back. И здесь говорится о том, что это не Божье желание, чтобы вы оставались детьми до пришествия Иисуса. God's will as a good father is that we grow up to maturity. Божья воля это о том, чтобы мы возрастали в зрелости. That we know the difference between good and evil. Чтобы мы знали разницу между добром и злом. Choose the good. Выбирали доброе. And do it. И делали доброе. Even if it costs us something. Даже если это что-то нам стоит. I finish with two scriptures. Я закончу двумя местами Писания. In Psalm 36. В 45-м псалме. 36-м стихе. There it says, trust the Lord. Говорится, доверяй Богу. And do good. И делай добро. Use this day well. Используй этот день хорошо. Trust the Lord for your future. Доверьте Богу ваше будущее. But today do good if you can do it. Но сегодня делайте добро, если вы можете. We have the beautiful promise of Jesus in John 15. У нас в Иоанна 15 есть замечательное обетование Иисуса. Where Jesus says in verse 16.
где в 16 стихе Иисус говорит: you did not choose me, вы не выбрали меня, не вы меня выбрали, но я выбрал вас. With the purpose that you should go, с той целью, чтобы вы пошли, that you bear fruit, чтобы вы приносили плод, and that your fruit shall stay. И чтобы плод ваш пребывал. God is interesting in our moral decisions. Богу интересны наши моральные решения. How we choose between good and evil. Как мы выбираем доброе или злое. Choose the good, выбирайте доброе. And do it. И делайте. As a witness of Christ living in us. Потому что свидетель Христа живет в нас. Let's pray. Давайте помолимся. Lord Jesus, we thank you for your word. Господь, мы благодарим Тебя за Слово Твое. Jesus, we thank you that by your blood you brought us out of darkness and put us in the kingdom of heaven. Иисус, спасибо за то, что Ты любовью Своей нас вывел из царства тьмы и принес нас в царство Твое. И Ты хочешь, чтобы мы были свидетелями Твоими в этом мире. It's only possible by the way how we choose. Это только возможно нашим выбором. That we don't live longer for ourselves, for our flesh. Чтобы мы не жили больше для своей плоти, но чтобы имели желание искать Царствие Твоего и правды Его, чтобы в каждом шаге, который мы делаем, мы доверяли Тебе, и чтобы мы делали добро, чтобы мы любили делать вещи, которые Ты любишь, и чтобы мы не любили зло, как Ты его не любишь. Но чтобы мы росли в зрелости. Не только в том, что мы знаем, но также, как мы живем. Спасибо за то, что Ты хочешь принести плод через нашу жизнь. Так как через церковь, так и через каждого члена церкви. И люди будут плоды Твои видеть в наших жизнях. Потому что мы знаем разницу между добром и злом. И по силе Духа Святого мы выбираем доброе и делаем это. И этот плод принесет славу Твоему великому имени. Во имя Иисуса. Аминь.